В администрации Химок состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сотрудники коммунальных и спасательных служб отчитались о проделанной работе по подготовке к весеннему сезону. Власти призвали ответственных лиц готовиться к нему в этом году особенно тщательно. Начинается очередной у нас весенне-летний период. Вчера на ПЧС в области Каратаев Роман Александрович, зампред правительства, он же представитель ПЧС в области, акцентировал внимание на то, что нас в этом году ожидает знаковое событие, 75 лет победы 9 мая мы отмечаем, прибывает большое количество делегаций иностранных государств, в том числе, было бы не очень, наверное, симпатично, если бы вот делегации иностранные и гости столицы приезжают, а у нас тут горит полигон ТГО, успешно, не дай бог, ну и другие там эксцессы, которые могут произойти в весенний период. Проверка ливневок и канализации проведена. Подготовка персонала и техники завершена. Теперь ни паводки, ни сильные дожди Химкам не страшны. На повестку вынесли также вопрос пожарной безопасности в городе. Сотрудники спасательных служб рассказали о нововведении. Теперь во всех школах округа ежеквартально будут проходить инструктажи для детей о правилах поведения во время чрезвычайных ситуаций.